Будущий дворец игровых видов спорта обретает все более четкие контуры. Глава администрации Александр Кузьмичев посетил спортивный объект с инспекционной поездкой. Строительство ведется круглый год, однако лето – самая горячая пора. Сейчас идут монтажные работы в главном зале. Каркас комплекса обрастает кирпичной кладкой. Кстати, завершение каркас основного спортивного корпуса, то есть идется кирпичная кладка, монтаж трибун, по трибунному пространству, планировка грунта. На строительство дворца потратят 800 миллионов рублей. Проект по-настоящему масштабный. Планируется, что только зрительских мест будет 2500. В планах отапливать объект автономно. Поставить здесь свою газовую теплогенераторную станцию, которая будет обеспечивать теплом, электричеством данный комплекс. Есть примеры таких станций, которые нормально, эффективно работают в других областных центрах нашего Центрального федерального округа. Поэтому я думаю, что это будет одно из тех решений, которые сегодня нам проектировщики подготовят. Если на территории появится своя газовая теплогенерирующая станция, то можно будет замахнуться и на строительство бассейна. С такой инициативой выступил Александр Кузьмичев. Пока водный объект в проекте не предусмотрен. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.